Безудержное веселье с риском для жизни. Трое посетителей одного из ночных клубов Нарьян-Мара были доставлены в реанимацию окружной больницы с диагнозом алкогольное отравление и кома. Сообщение об этом поступило в дежурную часть полиции 8 апреля в 2 часа ночи. Молодые люди почувствовали себя плохо в процессе участия в конкурсе на максимально быстрое распитие спиртных напитков. В ходе развлекательной программы, организованной для посетителей клуба, молодые люди согласились принять участие в конкурсе под названием «Давай наспор». Участникам предложили выпить алкогольные коктейли на скорость, то есть 750 мл за одну минуту. Выпивка предлагалась за счет заведения. Трое посетителей одного из ночных клубов города Нарьян-Мара были доставлены в Ненецкую окружную больницу с диагнозом алкогольное отравление, кома. В ходе проверки было установлено, что трое посетителей участвовали в конкурсе, проводимом в данном заведении, где употребили большое количество алкогольной продукции, что и повлекло сильное алкогольное опьянение. В настоящее время полицейскими изъята вся алкогольная продукция, проводится проверка. Все пострадавшие на следующий день отправились домой и в медицинской помощи не нуждаются. В прокуратуре округа пояснили, что в случае обнаружения состава преступления по результатам доследственной проверки органами правопорядка может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.